Йоу. В общем, сегодня мы приедем на СФУ, это местный спот, там очень круто можно покататься. Там нереально красиво, это какой-то Оксфорд целый. Туда ехать капец, часа два. Я там буду учиться когда-нибудь. Йоу, вот такой Костя Рыбаков, самый клевый райдер, волоска. Ладно, полам, волоска тема. Ну, стой здесь, пожалуйста. Окей. В общем, осталась самая сложная дорога, это подняться в горку. Минут 15 идти. Волоска слишком устала, да, и мы идем пешком. Идти, да? Осталось, ну, минут 15, как показывают мои часы. Может быть и дольше. Сегодня 11 августа, и это, короче, хип-хоп исполняется 44 года. О, офигеть! Вау! Нормально. Да, какие дела? Столько же, сколько и мне. Йоу, короче, мы приехали на СФУ, здесь нереально красиво. Сейчас мы едем на биатлонку. Сейчас будет, короче, нереальный спуск. Все устали, и при этом сейчас мы будем спускаться, и все будут отдыхать. Аккуратно едьте. Аккуратно едьте, да. Но. Что, мы в лесу? Уже нашли первый спот. Мозгов у него, правда, нет, но данная особь выживает как может. Не было падения. Чуть не было? Чуть не было. Нормально. Тихо, дядя! Опа! А что, флипа будет? Дюха Шайтанова забыли. Потом ссылочку оставим. Типа тоже сзади должен? Thank you.
Надо табуганчика сделать. Bitch, 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 bitch. Тапочки горят. Всем привет. Сегодня пацаны у нас катались на этой, на СФУ. Покатались хорошо. Говорят, туда ехать круто, там кататься не круто, потому что херня споты. Вот, пацаны, у нас четверки подъехали. Сейчас шашлык, мангал, все будет, пацаны, нормально. Там пацаны помет играют. Да не, нормально, давай. Вот, я, короче, хочу сказать вам, подписывайтесь на канал ЛСК, блин. Видео, наши видео смотрите. Вова старается очень сильно, так что лайками там завалите нас. Так что всем, блин, пока.